Всем привет! Сегодня в продаже и в обзоре Skoda Octavia A7. Только пригнал с Германии. 2016 год. Автомобиль растаможен. Цвет черный металлик. Сейчас обойдем по кругу, посмотрим. Автомобиль в идеальном состоянии. Сбрасывал даже в Facebook фотографии с Германии. Сейчас обойдем, покажем все, расскажем. На легкосплавных дисках, высокий клиренс, чем Skoda славится. Вот резина Michelin 205/55 R16. Автомобиль в идеальном техническом состоянии. Только ночью выехал с таможни. Сейчас обойдем, покажем все, расскажем. Цена автомобиля 12 500. Вот. Датчик света по комплектации сейчас пройдемся. Датчик света дождя, круиз, зеркала складываются. Сейчас отойдем, покажу. Два ключа. Вот. Два ключа. Пробег автомобиля был 169, приехал уже 170 тысяч. Вот зеркала сложились. Раскладываются зеркала. Все по порядку. Чтобы вы понимали по комплектации. Так, состояние сидений. Автомобиль только с дороги. Вот. Ничего не продавлен пол. Все в идеальном состоянии. Вот. Сервис был в 5 месяце 2019 года. Сейчас есть сервисные документы. Самозатемненное зеркало, пятиступенчатая коробка передач. Сейчас заведем, покажем. 170 тысяч пробег на сегодняшний день. Welcome to Skoda. Так, по документам есть сервисные документы. Последний сервис был 153 тысячи. В 3 месяце 2020 года. Вот ВИН-код автомобиля, чтобы вы могли проверить. 153 тысячи. Вот покажу вам коротко бриф немецкий. 12.01 по печатям автомобиль заехал на таможню. Сертификат для постановки на учет. Так, активная в автомобиле навигация, все работает. Автомобиль находится в Виннице. Ну, понятно, радио, медиа, телефон, громкая связь, двузонный климат. Так, что вам еще показать? Мультируль, состояние руля, такое чувство, что... Автомобиль где-то по автобаму ездил по ходу. Датчик света дождя. Сейчас откроем капот. Двигатель я не мыл. Так, обогрев. Максимальный обдув стекла. Так, пойдем послушаем двигатель. Автомобиль работает очень мягко. Все стекла родные. По кузову никаких вопросов не было. Вот. Даже не слышно, как работает автомобиль. Сейчас, извините.
снял крышку. Мыть, не мыть автомобиль, двигатель, напишите комментарии. Вот, все чисто. Работает как часики. Аккумулятор немецкий, Варта. Не хочу мыть двигатель, чтобы химия не попадала в разъемы. Красивый вин-код двигателя. Работает очень приятно, мягко автомобиль. Вот такой вот сегодня в обзоре автомобиль, ребята. Нравится, пишите, звоните. Всем пока и до новых встреч.